Доброго дня. Вот видите, такая дверь. Надо ее демонтировать и поставить вот такую вот металлическую. Видите, чтобы все было нормально, все путем. Видите, тут крепление, проем запенено. Хотят нормальную дверь, хорошую, как и положено. Вот такая дверь, вот видите, она перекосилась, все это в чем оказалась сложность проема? Сюрприз такой. Видите, вот тут вот белый кирпич насколько выходил. И чтобы встала, скажем так, коробка сюда плотно, наличник, видите, пришлось спиливать вот это вот. А тут попадается арматура и кирпич вот настолько вот выступал. Сейчас будем то же самое делать. Но сама коробка деревянная. Выбил я ее без проблем, срезал, все это выбивается на пене. Хоть он там и гвоздями крепился, дюбелями все это. А так, самое главное, что тут прочно, надежно, все закрывается. Смотрите-ка, оп, смотрите, чики-чики, все, зазорчиков нету, закрывается легко. Все, видите, открывается легко. Ну, что хотите, потом я дверь посмотрите, как делаю, смотрите, сколько швов. Какие петельки, видите, здесь еще проваривал петли еще на подшипниках. Какая рама, надо внимать обращение. Здесь 40 на 25 двойка, 2. Здесь получается всего их 4. Замок хороший, сувальный. Видите как? Ну, про петли вот так вот. Потом полоса, наличник из полосы 4 на 40. На это внимание обратить, на цену не какая-то там сопля. Видите? Пришлось вырезать стену, помешал. Видите, тут еще кирпич вылазил. Все это я резал, почему на дверь вся белая. Ну, выбивал я легко, это проблем нет. Проем. Так что дверь сделаем. Здесь то же самое, видите, видите, что творилось. Тут все пришлось под размер подрезать. Потому что тут шла вот эта окантовка, она была вся здесь. Ну, а так самое главное, что вот тут я на приварку ни на какие не болты просто забивал. По совету очень простой вариант, сверлите и приваривайте. Это если в подвал, тут вон еще рам есть, можно приварить, здесь можно приварить. Потом здесь у меня, ну, пеной как бы мне не заплатили за это, не входило, поэтому я не пенил. А так запенили, все у вас будет вообще чики-чики. Тут помещение как бы неотапливаемое. Это не входило в стоимость, и это тоже только демонтаж и монтаж. Ну, обращаю внимание, говорю, каркас посмотреть 60 на 40 всегда рекомендую, да? Отличная вещица. Ну и тут тоже каркас, самое главное, 40 на 25, сталь 1,5, и сразу у вас дверь будет и крепкая, и надежная. Никаких проблем. Ну и приварили, если все правильно, хорошо будет стоять, не сломает и не вырвут. Как делал там, смотрите дальше. И вообще на канал подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, какие вопросы, что хотите увидеть. Ну, самое главное, работу у меня приняли, все им понравилось. Это слишком даже хорошая дверь для, ну, это я себя хвалю немножко, но это они говорят. Говорят, даже ты слишком петли приварил, тебе говорят, в подвал можно было, вот видеть у них что было. Ну, это вообще там рукой можно все это сломать и выломать, сами понимаете, что это за петли, да? Что это за дверь, что стоял на пень, но потом увидите. Всю я ее срезал, демонтировал буквально быстро очень. Хотя на вид была она крепкая. Но эту дверь уже хер демонтируешь. Ну, вот так говорю, смотрите лайки, подписывайтесь, ставьте дизлайки, что хотите увидеть, спрашивать, вопрос задавать, что знаем, подскажем.